Всем привет, друзья! С вами, как всегда, Робзи, и добро пожаловать в Roblox. Мы продолжаем играть с вами в симулятор охотника. И в прошлой серии мы с вами купили вот такой вот топорик за 1400 робоксов. Мы с вами купили еще двойные коины, и я пообещал, если наберете много тысяч лайков, мы с вами купим бесконечный рюкзак. Друзья, вы набрали более 4000, поэтому, друзья, вот бесконечный рюкзак, как и обещал, я его купил. Но я купил его до серии, потому что мне нужно было нафармить. Без него фармить мне было лично сложновато. Так, мы с вами остановились на вот этих вот буйволах. А еще я хотел кое-что вам показать. Ребята, посмотрите на мои руки. Посмотрите внимательно сейчас на мои руки. А теперь не сильно смейтесь, я одеваю топор. Что происходит с моими руками? Как говорится, есть такое выражение. Руки из попы. Вот это тот самый случай, ребята, когда руки растут именно где-то из попы. Одна где-то из бока, вторая реально из попы. Ну это пипец, ну что это за уродец? Почему сделали такой... Почему так сделали? Это не баг, это каждый раз. Видите, вот с моими руками, что происходит, это капец. В общем, жесть. Ребята, смотрите, я перешел на новую локацию. Здесь у нас овечки. У обычной овечки 1250 хп. И здесь у нас есть главный овец. Я не помню, это козел, ребята. Да, мы валим здесь реально козлов. Вон он, козел пучеглазый. Стоять. Он еще и мычит очень сильно мычит. 6250 я получаю с него, хотя хпшечки у него... Кстати, смотрите, хпшечки 6250, и я получаю 6250 денег. Очень странно, очень, потому что с быков по-другому. Также я перешел в следующую локацию. Здесь у нас локация, я не помню, с... А, да, здесь у нас олень. 3750 хп получи, получаем 3750. И здесь у нас реально, смотрите, лось. Это лосяра, ребята. 18 тысяч жизней. Сейчас мы будем валить его. На тебе 6 тысяч. На тебе 6 тысяч. На тебе еще 6 тысяч. И держи еще подачечку. Вот, 18 750, а получаю с него 28 125. А теперь, чтобы попасть в следующую локацию, седьмую локацию, это предпоследняя локация, нам нужно заработать 3,5 миллиона. Но я не просто так вам это говорю, потому что я подготовился, естественно, нафармил 2 миллиона этих билетов. Мы их продаем, получаем с вами 4 лямчика. А теперь мы снова отправляемся туда же. Теперь будем открывать с вами предпоследнюю локацию. Я не уверен, что мы сегодня с вами дойдем до последней локации, но предпоследнюю мы с вами точно попадем. Знаете почему? Да потому что я специально здесь это все фармил. Так, и кстати, я покажу фишечку, как можно реально круто фармить, просто не парясь. Стоять на одном месте. И вот это реально, кстати, баг. Это реально, кстати, баг, который вам пригодится, если вы хотите играть в эту игру. А игра прикольная. То есть нужно пройти ее до конца. То есть в этой игре сам челлендж заключается в том, чтобы дойти до последней локации и посмотреть, убить всех там. Поэтому я стараюсь вам показать и заинтересовать вас в этом. Итак, у нас есть 4 яма. Это у нас 4-я карта. 5-я карта у нас ферма получается с овечками, мы ее тоже с вами пробегаем. 6-я карта это у нас карта с оленями, оленицами, в общем с оленями и с лосями. Вот, здесь у нас олени и лоси, это лесная карта, очень крутая, кстати, мне очень нравится эта карта, ну а получит белосяра. Смотрите, я показываю фишечку, как фармить. Я покажу вам на оленях, а потом посмотрим, работает ли это на других. Смотрите, где он рисается, вот где-то вот здесь, смотрите, он еще не появился. Не появился? Нет, видите, урон не наношу ему. А, вот здесь, смотрите. Вот, получай. Он еще и рычит, смотрите, по 6000 ему. Мы сегодня с вами еще по любасику купим двойной урон. Так, мы нашли, где он рисается. Стоим на месте, зажимаем левую кнопку мышки. Нажимаем escape. Отпускаем кнопку мышки и убираем escape. И все, вы можете даже свернуть игру. Он будет стоять на одном месте, если у вас оружие ближнего боя. То есть, видите, он еще не появился, а урон уже наносится. Смотрите, хлоп. И получается, вы как бы убиваете его и собираете билетики, не отходя от кассы. Очень удобно, я, естественно, так и фармил. Чтобы нафармить вот эти 4 миллиона, я вот так вот и делал. Смотрите, как удобно. Это реальная фичка, ребята. Ставьте прямо сейчас лайк, лайкусик. Кто не подписался, подписывайтесь. И пишите свой комментарий, что вы думаете по вот таким вот багам. Ну, в принципе, это не баг, это фича такая. Просто как удобно фармить. Это реально прикольно, смотрите. Так, у нас с вами есть 4,5 миллиона. Это даже больше, чем нам нужно. Мы переходим с вами в 7-ю локацию. Разблокируем. Окей. Так, сколько у нас еще? Кто у нас? Пингвинчики по 8000 хп. И морской котик. Мы должны с вами убивать морских котиков. Боже, разработчик, ты чего? Стоп, смотрите, 8-я карта стоит 15 миллионов.
А последняя карта, я даже не вижу, ребят. Я даже не вижу. В общем, дофига, наверное, она стоит. 15 лямов. Так, а я могу как-то посмотреть? Это болото, ребята. И есть еще девятая какая-то там каменная штука. Там деревья и каменная ограда. Ладно. Пингвинчик, давайте протестим пингвинчика. Боже, я, конечно, не хочу этого делать, но мне приходится, ребята. Ой-ой-ой-ой-ой. 8750. Так, давайте морского котика мы с вами сейчас протестируем. И напоминаю, в этой серии я уже потратил 800 робуксов. 800 робуксов, так как я покупал бесконечный рюкзак, а он, ребята, стоит 800 робуксов. То есть уже заслуживает лайка. Боже, 43 тысячи хп. Да я буду вечно его колупать. Ага. 65 тысяч. Ну, друзья, знаете, что я сделал? Я куплю дабл дэмэдж. Еще это получается 1100 робоксов. В общем, я трачу в этой серии. Готово. Дабл дэмэдж. Проверим. Ну-ка. 12 косарей. Вот это урон. Вот это я понимаю уже так. А почему сразу не наносится урон? Вот. Сейчас нужно сколько? 3 удара ему, что ли, нанести? Окей, 65 тысяч за одного морского котика. В принципе, неплохо. Надо проверить, работает здесь эта фича или не работает. Стой, 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 стой. У нас с вами 956 тысяч. Стоп, откуда у нас столько денег? А, у нас же оставались с вами с прошлого захода. Так, смотрите, если я здесь сделаю вот такую штуку. Так. Да-да-да, смотрите, реально работает. Так, я в том месте, где он... Вот, 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 вот тут надо стоять. Получается, мы собираем с вами... Нет, надо именно на билетик стать. Все, становитесь на билетик. И все, можно идти себе делать кофе, чай. Куда он уполз, эй? Что с тобой? Малыш, ты куда? Эй! Он не хочет, чтобы мы с ним воевали. Капец, он реально убежал. Эй-эй-эй. Он вообще бегает по карте. Какой-то неправильный морской котик. Слушайте, на морских котиках эта тема не работает. Слушай, а ты тоже такой же бешеный? Он реально бегает по всей карте. Стой. Вот этот вообще убежал в другой конец. Так, стой, дружище. Сейчас. Сейчас мы узнаем, где ты рысаешься. Так, где ты появляешься, дружище? Где ты появляешься? Так, надо найти место появления. Так, не здесь явно. Ага, вот. Ага, не получается так с ним, слушайте. С ним реально не получается. Тихо, 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 дружище. Капец, получается, нам только можно будет на оленях такую штуку проворачивать. С морскими котиками нужно еще и повозиться. Ладно, давайте мы попробуем еще одну фишечку. Слушайте, 15 лямов насобирать не так уж и быстро, но не так уж и долго. Так, смотрите, вот здесь он появляется примерно. Так, зажимаем кнопку. Ждем, ждем, ждем. Где? Ага, появился. Смотрите, раз нанес ему урон, второй раз. А потом он убегает, видите, не катит. На этих не прокатывает такая АФК-фармилка. Ну ладно, слушай, а если на пингвинчиках? А если на пингвинчиках? На пингвинчиках меньше получаем. Вот, например, вот здесь встать и ждать пингвинчика. Смотрите. Вот. Ага, смотри, вообще изи фарм, смотрите, просто. Каждый, он очень быстро рисается, смотрите. Я просто стою и получаю деньги. Сейчас я вот зажму кнопочку, потому что сейчас держу рукой. Все, я отпустил сейчас и клавиатуру, и мышку. Просто ничего не делая. Офигеть, ребят. Ну, слушайте, невыгодно, лучше фармить тогда лосей. Лучше фармить вот таким способом, вернуться к лосям. Давайте покажу вам фишечку на лосях. У меня же сейчас стало теперь 12 тысяч урона, раньше было 6 тысяч. Теперь я стал помощнее, ну в два раза стал мощнее. Естественно, я же купил себе двойной урон. У меня здесь двойной урон и двойные денежки куплены. Так, вот лосяра. Получи на 18-ку. На еще, вот так вот. Так, и где он рысается, в каком месте? Ждем, ждем. Скорее всего не в этом месте. Сейчас узнаем, где он. Ага, вот здесь он появляется. Вот так. Видите, просто стоять на месте можно. Видите, на лосях эта тема работает. На морских котиках не прокатывает. Вот видите, получается, я стою, ничего не делаю просто, и у меня фармятся денежки на изи. Как говорится, изи мани, изи мани. Реально, реально хороший заработок, смотрите, можно просто стоять и все. И все, миллион у меня уже в кармане есть. Мне нужно еще насобирать таких 7,5 миллионов, потому что у меня двойные деньги, это будет как раз таки 15 лямчиков. 15 лямчиков это новая карта. Окей, так, возвращаемся сюда, мне все-таки кажется здесь выгоднее фармить. Хотя... Там мы за 18 тысяч урона получаем 28 тысяч, а здесь за 43. И нужно еще за ними бегать. За 43 тысячи получаем с вами 65. Нет, тоже неплохо, но здесь, видите, проблема. Если бы они не убегали, было бы вообще очень идеально. Но эти еще мирские котики, они еще шустрые такие, видите. Ты их лупасишь, они тебя, они просто сбегут. Куда? Эй, пингвинчик вообще не убегает. А ты куда? Он убегает от меня.
Он реально не хочет, чтобы его обижали. Мы пингвинчика нечаянно зарубили, так что по пути. Да, игра, конечно, немножко живодерская. Я согласен. Но напоминаю, ребят. Напоминаю всем любителям природы. Это всего лишь пиксели. Это всего лишь пиксели. И все знают, что морские котики — это очень крутые существа. Также пингвинчики и все, кто находится на этой карте. Это всего лишь пиксели. И мы их сами не убиваем, мы просто их, скажем так, перезапускаем. Просто перезапускаем в игре. Поэтому вот такие дела. Друзья, блин, ну вот эти вот руки из попы меня просто кумарят. Ну что это такое? Ну откуда? Ну боже мой. Давайте, друзья, на этом серию заканчиваем. Если было интересно, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик. Обязательно ставьте лайк, потому что мы будем снимать дальше. Я хочу дойти до последней локации. На сегодня все. С вами был, как всегда, Робзи. Хорошего настроения, спасибо за просмотр и всем покедова!